Без музыки жизнь была бы ошибкой. Именно так о музыке сказал немецкий философ Фридрих Ницше. Мы таких ошибок совершать не будем, потому что находимся на территории музыки. Это совместный проект клуба «Точка» и телеканала «Самотлор». Проект, в котором звучит самая разная музыка, самая разная и живая. Сегодня у нас гости из Тюмени. Они играют стёк-рок, хард-рок и метал. А со своим трибьют-шоу они объехали многие площадки страны. На территории музыки группа «Пегас». Встречайте. Крест большой, верить в Бога или нет, каждый сам найдет ответ. Я скажу вам лишь одно: каждый верит все равно. Ангел точно есть у всех, кто хранит тебя за грех. Стой, крыльями закрой! Тогда, если вдруг придет беда, верит даже атеист, если планы сорвались, как судьбу познаешь кнут, мысли все твои замрут, будешь об одном просить, ты же ангел мой, спаси. Стой, крыльями закрой! Кроме Тюмени, где вот нравится выступать? Куда приезжаете с удовольствием? Честно, нравится везде, где хорошо встречают. Вот я уже лично от себя скажу, что я отношусь к любому другому городу, как к соседнему району. То есть настолько уже, как можно сказать, к себе домой приезжаешь, только вот в соседний дом зашел. Вот я так это чувствую. Может быть, первые приезды, они как бы удивляют. А потом время идет, и думаю, что и ребята уже все друзья, и в принципе как соседи. И кажется, что вот это расстояние там, с тем же Нижневартовском, что это вообще вот, на поезде выспался, и ты уже как бы вот у друзей находишься. Смотрите, вы играете в жанрах хард-рок, металл, это понятно. А вот стёк-рок, что такое? Это
я для себя такой термин придумал, потому что... А, то есть это от вас пошло, получается? Да, очень много получилось песен, которые с уклоном на анекдот. То есть какая-то смешная история, все это приправлено музыкой. Вот поэтому так получилось. То есть такой рок-стендап получается, ну, да? Да, вы выходите и пытаетесь шутить таким образом. У нас на самом деле на концертах тоже стендапа очень много. Потому что между песнями, если бы его не было, концерт бы на 50% скучнее был. И меньше. Да, и короче, да. И песен бы пришлось больше сочинять. Солнце луч окно осветит, то ли радость, то ли трепет. Неспокойно станет поутру. Это чувство не расскажешь, и захочешь, не покажешь. Оно к нам приходит раз в году. Все подарки и поздравления принимаю в день рождения. И спасибо вам скажу за все. Поначалу не поверил, календарь достал, проверил, что там за число, оно мое. Читаешь кучу писем, от звонков друзей зависим. Крутишься, как белка в колесе. Вечер будет очень шумным, засыпать придется утром на диване, в кресле, на столе. Все подарки и поздравления принимаю в день рождения. И спасибо вам скажу за всю. Поначалу не поверил, календарь достал, проверил, что там за число, оно мое. Спасибо вам скажу за все. Поначалу не поверил, календарь достал, проверил, что там за число, оно мое.
вообще серьезная команда, потому что помимо основного состава у вас есть директор с такой же фамилией, как у вас, Алексей. Я бы сказал, это наша совместная работа. Просто она там указана в должности, потому что я бываю не всегда на связи. Это же переезды, постоянное перемещение, и сотовый телефон может быть не в доступе, поэтому вот два человека занимаем. Ну да, не забывайте, где мы живем. Да, в количестве двух человек занимаемся всеми организационными моментами. Чем занимаетесь помимо музыки? Есть какие-то основные работы, профессии? Или вот именно гастроли, именно выступления? Я пришел к тому, что только музыкой занимаюсь. Изначально я поступил на строитель дорог, до сих пор нахожусь в академическом отпуске. Сколько лет? Сейчас скажу. Почти 6. Почти 6, оказывается, так можно? Да. Я вообще в этом плане индивидуален, они уже все в шоке, говорят, когда ты уже все это у нас завершишь. Я говорю, ребят, ну, да это для истории, такого человека у вас точно не было. Нет, ну, согласись. Хотите, я вам концерт сыграю, да. Если что. Рано или поздно надо все-таки образование получить и потом говорить, я строитель дорог, но ни одной дороги не построил, поэтому следующая песня называется и так далее. А я говорю так, я их не строю, я их тестирую. Мы по всей стране ездим и смотрим, в какой области, какое состояние. Ну да, чтобы потом передать бесценный опыт на госэкзамене. Да. Вот. Бас-гитарист чем у нас занимается? Я работаю оператором станков с программным управлением, по совместительству бригадир. Ну и там. По совместительству басист. По совместительству басист. То есть мы делаем газотурбинные двигатели для нефтяной и для авиационной. А ну то есть то, что вы делаете, есть наверняка и в Нижневартовске. Ну, на концерты же надо летать, мы правильно, вот мы делаем. Слушай, ну, я тебе скажу, раз ты по совместительству в Пегасе, просят ли тебя ребята играть в половину меньше того, что ты можешь? Это, как знаешь, по аналогии, я работаю у вас на полставки, поэтому прошу орать на меня в полголоса. Такого не бывает. Такого не бывает. Я все свободное время отдаю Пегасу. Так, хорошо. Жениться тебе пора, друг мой. Андрей, у себя как? У меня, да, музыка еще. Музыка и музыка. Музыка и музыка. Я держал тебя рукой. Так приятно в памяти своей держать твой след. Не вернуть то время, ведь назад дороги помнить и жалеть, что не сказал. Сколько же эмоций я к тебе всегда питал. Из последней встречи я считаю каждый день. Час затем неделя, месяц нет тебя совсем. Сбиться я в часах засел. Нет, нет гордыни, закричу в ответ. We'll be right back.
Музыкальное образование есть у кого? Руки поднимите. У меня есть музыкальная школа. Детская школа искусства. Главное, чтобы хоть у кого-то было. Не обязательно. Нет, не обязательно. Я вижу, что не обязательно получается, потому что у вас все так, ладно, ну и следующий вопрос, вытекающий из предыдущих. Когда будем увольнять бас-гитаристов? Ну, если будет набирать еще и не будет владеть самолет, и придется два места покупать в этом случае. А это дополнительные расходы, да? Да, это шутки, конечно. Сейчас составом полностью доволен. То есть собрались ребята, которые разделяют и как по творчеству, так и, так сказать, по внутреннему климату, то есть по приколюхам всяческим, которые в коллективе без них никуда, так скажем. Ребят, посмотрите, вы достаточно разноплановые артисты. У вас есть свое творчество, и вы поете песни, ну, такие группы, вот, трибют, в частности, Сплин, AC/DC. Нет. Значит, это другие были, ну, это значит, Рамштайн и Сектор Газа. Да. И вот, Леш, кто у тебя был со Сплином, расскажи. Не-не-не. Удивительно. Когда вы выступали, у меня... Сплин и Лоза. И Лоза. Когда вы выступали, у меня ощущение было, ну, кого ты мне напоминаешь, и я понял, Тиль Линдерман все-таки, ну, есть что-то такое. Особенно, если головой вот так вот сделать, вот сделай, пожалуйста. Да. Тебе бесплатно, что ли? Вот, да. Не, ну это Линдерман. Линдерман. Это аминин какой-то. Линдерман, Линдерман. Нет, и самое главное то, что голос похож. Вот, как удается менять голос с Рамштайна на Сектор Газа? От Хоя до Линдермана. Я думаю, что я отношусь к этому как к роли. То есть для меня это определенная роль, которую я сейчас играю. То есть вот свое творчество там выражаешь так, как ты это чувствуешь. А когда ты дебют программы, то есть для меня это уже больше даже, не знаю, актерство, чем музыка. То есть мне интересно вот это снять движение, снять голос и подать это зрителям. Я предлагаю эксперимент. Если взять голос Тиля Линдермана и какую-нибудь песню, ну, давайте русскую песню, можно из русского рока, попробовать совместить. Ребят, вы выбирайте песню, попробуем. Нет. Нет, потом совместим с немецким кино. Я уже знаю, чем удивить публику в данном случае. Куда, сюда можно? Да, сюда. В этот день родили меня на свет. Оставлю плата. Нет, у нас уже был такой эксперимент, мы, получается, решили нашего знакомого поздравить с днем рождения. Он попросил что-то из Рамштайна, так как он его очень любит. Но тематики про день рождения я у них не нашел. И как бы вот мы совместили песню 30 лет, записали это в формате репетиции и отправили ему. Поэтому я сразу вспомнился этот случай. Но в целом он очень был доволен. Сказал, что не ожидал.
Песни «Сектора газа», когда исполняете, тоже вот нотки какие-то, Юрия Хоя, я заметил, проскакивают тоже. Нет, да, конечно, как без этого. Во-первых, в принципе, я из Юрия Николаевича начал музыкой заниматься. То есть это было в далеком 2003 году. Сидел, слушал еще кассетный плеер тогда. Ну, то есть музыка была настолько, вот, пусть и записана грязно, настолько душу пробирала, что вот мурашки были от прослушивания. И я подумал, что хочу также людям дарить эмоции, чтобы вот приходили люди на концерты и испытывали кайф от музыки. Нет, ну я вам скажу, то, что эти песни, они разлетались, просто переписывались кассеты и все, да, остальное. Конечно. То есть интернета тогда не было. То есть насколько популярным был «Сектор газа», да. Ну, а если по вашему плейлисту пройтись, да, что вы слушаете, если это не творчество группы «Пегас», то есть «Сектор газа» у Алексея, Владислав? Ну, то же самое «Сектор газа». Алексей мне дает как кассеты. Я слушаю Лешу. Я фанат Алексея. Ну, мне нравится хэви метал. И «Сектор газа». Зарубежный, и так, наш русский. То есть Iron Maiden для тебя не просто? Iron Maiden, Judas Priest, из наших Кипелов, Ария, Эпидемия, там, Легион. Так, ну и Андрей? Я могу послушать вообще все, где есть классный бит.
Диска, то есть большинство рэп-композиций тоже почему бы если хороший бит, то, конечно, ну, ты понял. Или команда «Ночные пистоны». Любой жанр. На самом деле, хочется сказать, что все эти рамки, они стираются, потому что, когда занимаешься музыкой очень долго, невозможно сидеть в одном жанре. Ну, или возможно, только за большие деньги, наверное. Смотрите, еще. Дело в том, что вот как бы мы, наверное, сказали группы, с которых все начиналось. То есть у меня вот в детстве с «Сектора Газа», там у Влада, допустим, там «Сари», еще с чего-то. А сейчас это абсолютно разная музыка. То есть как от «Сектора» до современного рэпа, который нам в трендах Ютуба как бы втюхивается. Ну, от этого не убежишь. Ребят, сами на какие концерты ходили на последний? И какой был самый крутой концерт, на котором вы когда-либо присутствовали? Ну, в 19-м году, естественно. В 20-м ничего не происходило. В 19-м на «Рамштайне» были. Вот это, наверное, был какой город? Там, по-моему, тур был, если я не ошибаюсь. Я был в городах. Я был в Петербурге. И причем еще и отменялись, если не ошибаюсь, сибирские города, где-то Томск, Омск. Да нет, это крутой ютубер Виталий Наливкин. Нас всех развел. Да? И на самом деле очень крутая программа, всем советую. Это не реклама, просто я их очень уважаю. Но они тем самым воспользовались и сделали себе ролик, что «Рамштайн» не поедет в Уссурийск, потому что местный Виталий не разрешил ему выступить. Не, очень комичный ролик, всем советую. А вообще «Рамштайн» заезжали только в два города, были в Москве и в Питере. Я был, стандартная ситуация. Да, я был на обоих концертах. Влад в Петербург прилетел, мы там пересеклись. Кстати, как относятся фанаты «Рамштайна» к тому, что у Тиля Линдермана любовь с Лободой? Ну, я не знаю, как там сейчас, но поговаривают, что ребенок-то общий. Во-первых, Линдеман без буквы «Р», а во-вторых, ну, я считаю, что это все мулька. Ну, лично мое мнение. Я думаю, что это просто пиар-ход. То есть ты думаешь, он не способен? Да, он способен на большее. Он способен на большее. Отцов и детей будут всегда.
Дорога домой, короче, любой, не забывай. Кто жизнь подарил, с пеленок растил, цени, уважай. Цените людей, отцов, матерей, кто жертвовал жизнью во благо твоей. Учили нас жить, учили терпеть, и просто любили за то, что мы Ребят, самая большая площадка, на которой вам довелось на данный момент повыступать, где это? На фестивале считается, нет? Да, считается, конечно. Ну, наверное, любой байкерский фестиваль проходит в больших масштабах, там больше 500 тысяч, 5 тысяч. А если говорить про сольный концерт, самые большие сборы, как ни странно, были в Кирове. То есть, казалось бы, город не миллионник, там около 500 тысяч, по-моему, населения. Вот мы туда приехали и обалдели. Охранник сказал, что после 300 он уже сбился со счета. Ну, где-то порядка 300-350 было человек на сольном концерте. Ага. Слушайте, что касается байкерских фестивалей, которые посещал неоднократно сам, обратил внимание, что даже если на фестивале присутствует 2000 человек, перед сценой процентов 30 – это очень хорошо, если там выбираются из лесов, потому что где-то кто-то в палатках, где-то кто-то в своих лагерях. Да. Варят для многих уху, это плохо. Же время провождения. Да, да, кто-то любит послушать музыку просто без показывания своих эмоций. Кому-то принципиально как бы подрыгаться у сцены, поэтому это все вот так разброс. Но в целом байк-фестиваль, да, это, наверное, сейчас то, что подпитывает рок, то есть это как-то все сейчас взаимно стало. Нет просто рок-фестивалей. Все фестивали стали байк-рок-фестивалями. Ну, как-то так. Ну, кроме понятных фестивалей около Москвы. Остальные все байк-рок-фестивали. Тюмень, насколько музыкальный город, много ли там команд? Тюмень же столица деревни, есть такое выражение? Да, это да. Туда стекаются разные личности. Скажу по себе, я сам с юга Тюменской области, село Казанское. То есть там всю школу отучился. После 11 класса приехал в Тюмень поступать, ну и тут понеслось, как говорится. Тут, в принципе, все ребята не тюменские, но теперь тюменские стали. Нет, ну давайте озвучим, кто откуда. Ну, может быть, посмотрят и будут гордиться, скажут, о, это ж наш. Южно-тюменский. Давай, да. Я родился вообще в Оренбургской области, город Бугуруслан. Так. Каменск-Уральск. О, слушай, мы с тобой земляки, я из Первоуральска. Отлично. Вот поэтому говорю, что Тюмень – столица деревень, там все ребята с сел и маленьких городов собрались и объединились. И также, на самом деле, с другими коллективами. То есть я у кого не спрашивал, кто более-менее как-то гастролирует. Мы пересекаемся на разных фестивалях, на разных площадках. И также узнаешь, что ребята-то не с Тюмени. То есть это все приезжие. Торга за навсегда, за столь
все по слову знают, где мои. Каждый год он сводит всех своих. Ломит сердце и бросает рожь. Жаль, что новых песен не споешь. За все спасибо, Юра Хой. Мы дружно крикнем всей толпой. Воспомня села, города, мы сектор Газа. От колхоза и прям до Кремля. Ты воронишь славой озарил. Памятник давно ты заслужил. За все спасибо, Юра Хой. Мы дружно крикнем всей толпой. Творчество хочется спросить, кто автор слов, кто автор музыки, это все-таки работа достаточно непростая, нужно вдохновение черпать, писать, придумывать, голову ломать и делать так, чтобы людям нравилось. Ну, тексты с музыкой я пишу, вдохновение черпаю из наших дней, какие-то песни пишутся годами. Вот сегодня прозвучала песня «Цените людей», музыка была сочинена в 2009 году. Слова в 2015-м. А сыграли сегодня. Песни длиной в десятилетия. Какие-то песни пишутся за 20 минут. Вот у нас есть песня, посвященная прошлому году, 2020. А вот я про него тоже хотел спросить. Да. Смотрите, группа Little Big записала хейтерскую песню про 20-й год. У немецкой группы Scooter тоже есть подобная песня. И вот тут вы тоже выстрелили. Тоже родилась. Да, еще да. С учетом того, что вчера я несколько раз слышал после концерта, что бас-гитарист похож на Пухлиша из Little Big. Так это он и есть. Пацаны реально его сейчас уговаривают снять подобный клип. Что-то такое. И тогда про группу «Пегас» узнает весь мир точно. Слушайте, человек серьезный, такие агрегаты в Тюмени делает, которые подъем должен. А его в «Литлбиг» отправил. Слушай, он в этих клишах, он должен прямо на заводе и танцевать, мне кажется, нет? Тогда еще и мировая слава будет у самого завода. Кстати, вот по поводу этой хейтерской песни, она вот у нас буквально за 20 минут вылезла. С текстом, с музыкой. Все моментально, резко, потому что какой год такая песня. Я хочу сказать, что вы большие молодцы. Вы придумали приличное название, облагородили его, скажем так, да, и не подкопаться. Друзья, кстати, зайдите, погуглите в официальной странице во ВКонтакте у группы «Пегас». Все есть, там все достаточно интересно. Мы такие вещи, к сожалению, не можем вслух произносить, потому что они будут звучать... Там же другая буква, что-то. Да, другая,
Не, вообще, значит, другое слово. Это клич панков, хой, поэтому не переживайте. Да, мы посылаем 20-й год панкам. 20-й хой. Популярность у этой песни сразу появилась? Ну, охват неплохой, да. То есть отклик был прямо, комментарии посыпались. И, в принципе, у всех это же наболело. То есть за 20-й год очень много людей, ну, жизнь перестроили, в том числе и почти все музыканты на онлайн перешли. Но я, честно, я ждал момента возвращения концертов, потому что вся эта онлайн-тема, ну, я пока ее не приветствую. Слушайте, мы начинали пандемию с концерта «Аэтерны». В этот день у нас ввели ограничения. 28 марта. Да, да, да. Мы стоя были в этот день, я помню, созванивались. Точно, точно, точно. Да, поэтому, да, приходилось перестраиваться очень многим. И сколько вы не играли во время пандемии? Ну, вот так, чтобы... Когда практически месяц, сколько онлайнов было? Были вообще? Онлайн-концертов у нас вообще не было. Мы, по-моему, пару раз... Онлайн с подругой сделали... не интересует здесь, как да. Знаете, был такой фильм со Сильвестром Сталлоне. Он говорит, а давай-ка по-старенькому. Они там занимались любовью в шлемах, а он предлагал, давай-ка по-старенькому. Точно. Да. И вот здесь такая же история. Ну, я настолько это от себя отталкивал, что прям не хотел это же пробовать. И у нас единственное, что было, это пару трансляций с репетицией. И все. А так без концертов сидели практически 5 месяцев. И потом пригласили нас в Челябинск, это было на 8 августа 2020 года, и у меня прям жизнь закипела, весь организм забурлил. Ребята, мы бесплатно приедем, все нормально, мы давно не поставили. Нет, такого не было. Завете красный флаг олеется, так на нас, на молодежь, партия надеется. Мы уроним этот Запад, сомневаться ничего. Если партия сказала, дело обеспечено. Будем строить коммунизм новыми бригадами и успехами в труде. Партию порадуем, мы воронежские песни в Нижневартовске споем. Кто ребят наших полюбит, все равно мы отобьем. Ой, ты травушка зеленая, ой, ты грудь моя ядреная, ой, ты травушка зеленая,
а как вот подобная гастрольная жизнь и перерыв в 5 месяцев не повлиял ли на там, ухудшение отношений в семье, например? Да. Ну, то есть ходишь там дома и бесит тебя кто-нибудь. Ну, из домашних, например. Больше повлияло на отношения в группе. Потому что группа – это такой организм, который постоянно был вместе. А потом мы так немножко разошлись, и было потом тяжело в строй вступать. То есть именно, так сказать, физически опять привыкнуть к этому всему, то, что вот надо сейчас опять постоянно собираться и опять ездить. И единственный момент, который я для себя извлек, то есть я сказал себе, мой стакан наполовину полон. У меня есть столько выходных, и я поехал к родителям в деревню и провел с ними время. Которое я уже не мог себе позволить провести. Ну, вот отрезок в 3 недели, как минимум, с родителями. Ну, да. Я уже лет, наверное, 10 не проводил, поэтому... Слушай, ну, опять же, если ты полностью занимаешься музыкой, это приносит тебе определенный доход, и 5 месяцев без дохода, ну, это... Ну, как сказать, кредитки наши все. Ну, понятно, что... Не будем рекламировать конкретные банки. Конечно, нам же никто не заплатил. Получается... Пояса немножко утянули, поняли, что сейчас только продукты, коммуналки, разумеется. О, коммуналки, да. Значит, все точно. Да, то есть траты были только на коммуналки и продукты, поэтому потихоньку, помаленьку кушали, килограммы скидывали и терпели, и ждали время, когда можно опять гастрольную жизнь. И платили за коммуналку. Да, когда можно опять гастрольную жизнь возобновлять. Ребят, хочется вам пожелать, чтобы ваша гастрольная деятельность набирала оборот, чтобы концертов было как можно больше, чтобы вы все-таки поехали куда-то из-за Уральские горы, еще дальше, может быть, побегали. Мы и так за Уральскими горами думаем. Байкал и Дальний Восток, я вот про это хочу сказать. Спасибо. Успехов, только творческих успехов. Хочется пожелать группе «Пегас» большое спасибо. Дело в том, что у вас сегодня еще концерт в Сургуте, поэтому не хочется вас задерживать. Хочется, чтобы вы в Сургут приехали вовремя. Спасибо вам большое. Все, спасибо пока. За внимание. Спасибо. Рады были пообщаться. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь, ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мной, забудь обо всем, это ночь, что пока заслом. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Она закутает ты сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плотно на пол за твое белье. Шум деревья, ты ветер ночной, стон заглушат твой гимон, и биение сердца пылающего адским огнем. Ты со мною, забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Закутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Мне так нужны, кровь тяжелым нам.
топорному ударит прямо в сердце мне. Вроде плавно качнутся в ночи, слышишь, как мое сердце стучит. Два пылающих тела солится в ночной тишине. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Она закутает без сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на осени напомнят про счастливую ночь. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную. Закутает ты в сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Ну что ж, я не знаю, как тебе, но мне понравилось очень круто. Было круто. Очень сильно круто. И это первый раз, наверное, когда я полконцерта практически посмотрел прямо перед сценой, потому что раньше у меня этого не получилось. Так, а мы, я всегда был занят где-нибудь. Мы хлопали втроем, как громко-то. Операторы были заняты, а мы хлопали втроем. Я хочу сказать то, что группа «Пегас» отлично выступила, и многим командам есть чему у них поучиться, как они на сцене отыгрывают. Слушай, ну, сценический образ. Да, согласен. В общем, уважаемые зрители, мы будем стараться делать так, чтобы побольше интересных коллективов появлялось здесь у нас на территории музыки. Ну, а я предлагаю все-таки от сегодняшнего дня начать отсчет и через 3 месяца ждать команду «Пегас» в Нижневартовске. Об этом мы вам сообщим заранее. Ну, а на всем хотелось бы с вами попрощаться. Пока. Увидимся на территории музыки.